Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередные посылки с сайта AliExpress. Здесь находится фритюрница Biola Mix объемом на 5 литров, с таймером на 90 минут, температурный контроль от 65 до 200 градусов. Упакована в картонную коробку, брал с российского склада, доставка 3 дня. Пункт выдачи, ну, можно заказать и курьерскую доставку, также будет бесплатная. Вот внутри у нас мануал на английском языке, но я думаю, тут никаких вопросов не возникнет, никаких трудностей. Упаковано надежно, все под пенопластом. И внутри у нас сам аппарат. Корпус пластиковый, чаша заклеена, внутри корпуса находится чаша и сетка вот такого типа, с ручкой, рабочая поверхность, рабочая чаша вынимается вот таким вот образом, нажимаем кнопочку, отодвигаем вот эту задвижку, нажимаем кнопочку и вынимаем. Также вставляем все на защелках, закрываем, нажимаем кнопку, вынимаем. Сама чаша, сетка металлическая с антипригарным покрытием, здесь тоже металл с антипригарным покрытием со всех сторон. Сейчас подключим, проверим. Подключаю в розетку. Загорелся дисплей. Дисплей сенсорный. Нажимаем на включение. Вот у нас тут все управление. 8 предустановленных программ, режимов. Контроль температуры. Здесь мы выставляем температуру. Максимальная температура 200 градусов. Можем уменьшить с шагом 5 градусов. Установка времени с шагом в 1 минуту. Таким образом меняем предустановленные режимы. При неиспользовании аппарат отключается. Снова нажимаем кнопку. Вот первый предустановленный режим для картофеля фри. Рассчитан на 15 минут. Вот. Включаем этой кнопкой. Отключаем. Это тоже, ну, это картофель по-деревенски. Как видите, мигает этот вариант. Это для мясных стейков. Этот режим для креветок, рыба, куриные крылышки. Ну, это я не знаю, что. Типа написано торт. Ну, люди берут для всяких целей. Кто-то и запекают здесь яблоки и прочее. Нет, вот это для рыбы. Да, это для рыбы. Режим. Время 25 минут. Да, картофеля по-деревенски. Можно прибавить время, увеличить или уменьшить. Креветки рассчитаны на 180 градусов и на время 25 минут. А, не креветки, это стейк, мясные стейки. Креветки дальше, 160 градусов. Время 12 минут, готовится меньше. А. Дальше это куриные окорочка. Как я понял, голень куриная на 185 градусов рассчитана. И на 20 минут времени. Крылышки на 180 градусов и на 15 минут. Да, перед использованием надо чашу промыть. Да, она уже нагрелась. Можно мыть в посудомоечной машине. Сейчас вот для испытания
попробую поджарить небольшое количество сосисек. Просто посмотрим, работает наш аппарат или нет. Ну, работать должен. Отзывы о нем неплохие. Можно готовить все. Готовить будем, естественно, без масла. Вот сюда наливаем масло, когда готовим картофель фри, то желательно поменьше масла. Я вообще масло не люблю особо. Вот ребята у меня любят картофель фри. Так. Поставили. Выберем режим. Ну, на 180 градусов. Время выберем поменьше. Все, поехали. Нажимаем кнопку включения. Аппарат поехал в работу. Время пошло. Смотрим, сколько осталось. Ну, 10 минут. Минута еще не прошла. В принципе, через 5 минут можно будет перевернуть, остановить и перевернуть, встряхнуть. Когда будем готовить картофель фри, это делать просто необходимо. И когда полная чаша, переворачивать придется почаще. Осталось 6 минут. Ну, в принципе, для колбаски 5 минут будет достаточно, я думаю. Так что сейчас, через минуту, отключу принудительно и посмотрим. Отключу. Так, ну можно. О, шипит. Можно еще поджарить. Да. Пусть поджарится. Ну, тут, в принципе, можно было бы и не вынимать. Здоровая пища. Почему я говорю здоровая пища? Потому что жарка идет без масла. Все, что жарится на масле, это уже не здоровая пища, а на углях. А здесь работает типа как фен. Все понятно. Подает сигнал. Открываем. О, пережарил. Шипит. Колбаска наша готова. Вот так. Сейчас я его попробую. Так, ставить на стол не буду. Поставлю на дощечку, а то дно горячее. Пока вентилятор работает. Отключать нельзя. Сейчас вентилятор выключится, чтобы тены не перегорели. Там здесь нагреваются тены и дует воздух. Горячий воздух. Происходит жарко горячим воздухом. Можно готовить без масла, как я сказал. Вот что получилось. Ароматная поджаренная колбаска. Как на углях. Серьезно говорю. Вкусная, ароматная. Так что аппарат работает. Следующее видео сделаю, уже приготовлю картофель фри или картофель по-деревенски. Как получится. Посмотрим, как работает этот аппарат при готовке, при нормальном. Можно стейки мясные, крылышки куриные, как я уже сказал, горени, крачка, ну все, что хотите. Да, яблоки запекают, как я уже говорил, людям. Ну, кому что нравится. Вот. Но в основном будем готовить фри. Много масла можно сюда не заливать. Все-таки масло необходимо для вкуса. Но лучше много масла не заливать. Так что ссылочка на этот аппарат будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Подписывайтесь на канал в YouTube и Рутубе. Канал Шопинг Интернет. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам. Пока.